Разговаривать-то будем? Я не был очевидцем, но спекуляций очень много по этому поводу идет, как за, так и против. Слушай, Виталий, есть некий человек. Зовут Сенька Шалый. Действительно скандальная персона. Тот человек, который вызывает болезнь Паркинсона с экрана телевизора. Шикарно мыслишь, Виталий. А где научился? Я благодарен моим тренерам, которые достаточно хорошо готовили меня. И я спал и видел сон, что в Украине большой базар. И она мне напоминала полный такой, знаете, хаос. Ты что, больной или ударился? Где его нашли? В парке Шевченко за туалетом.